Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на воздушную паяльную станцию 8818 220 вольт 450 ватт из Китая в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 18 февраля 2019 года. Стоимость данного гаджета – $39.38 и $44.72. Дело в том, что здесь просто две комплектации. Бесплатная доставка в Россию. Но мы будем заказывать также из Китая, чтобы было всем понятно. Но также в Россию бесплатная доставка. И первая комплектация $39.38. Это у нас просто насадки и паяльная станция. Вилка евро. Вторая комплектация $44.72. И еще плюс идет насадки и паяльник электрический. Неплохой паяльник. Так, но если из России, ну такая же цена. Ну из России такая же цена, $44.72. И вторая комплектация то же самое, 39-38. Так что из Китая, из России заказать абсолютно одинаково. Но время доставки какое будет? Значит так. Бесплатная доставка в Россию. Ориентировочное время доставки 5-15 дней. Ну вот, видите, так. Смотрим другие регионы. Беларусь. Ага, стоп. Значит не так. Нужно нам из Китая вот так сделать. Видите, тогда будет понятно в другие регионы. А из России доставки в Беларусь нету. Смотрим. Беларусь. Вот, теперь видно. Бесплатная доставка. 23-41 день. Но это уже из Китая белорусам. Так, смотрим. Казахстан. Бесплатная доставка 39 дней. И Украина. Украина. Бесплатная доставка 31 день также. Ну вот. Такая цена на такой девайс. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.